Ярославская область вновь подаст заявку на проведение этапа Кубка мира по лыжной акробатике в 2022 году. Об этом рассказал губернатор Дмитрий Миронов на встрече с президентом Федерации фристайла России Алексеем Курашовым. За международные соревнования в этом году наш регион получил хорошую оценку за рубежом. Как рассказал Алексей Курашов, иностранные коллеги из Федерации лыжного спорта отметили высокий уровень соревнований, который к тому же удалось провести во время жестких ограничений из-за коронавируса. Ярославский этап во фристайле стал одним из немногих, кто смог сохранить место в календаре международных лыжных соревнований. И ярославские спортсмены на нем заняли практически весь пьедестал. Окончательное место проведения состязаний в следующем году станет известно уже осенью. Предварительно это пройдет 26 и 27 февраля в Подолино. Первый этап после Олимпийских игр в Китае будет в Ярославле. То есть все те, кто выступал на Олимпиаде, они из Китая сразу прилетают сюда. И это, я считаю, очень позитивно. Всех, кого будут зрители видят по телевизору, они видят их всех здесь дома вживую. Медалистов и призеров. Необходимо определить источники и размеры финансирования соревнований, а также, исходя из обстановки эпидемиологической, вопрос присутствия зрителей и запланировать весь необходимый комплекс работ на спортивном комплексе и прилегающей территории.